Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбу, кого-то день, кого-то ночь, кого-то утро, кого-то вечер. Продолжаем с вами халфить и вторую халфу успешно проходить. Погнали! У нас все с тобой полно, смотри, все жизни, все здоровье, просто великолепно. Я сейчас думал, сейчас упаду и все. Но нет. Куда-то сюда нам идти. Вот тут похоже, что какая-то может быть ловушка. Не уверен. Сидит такой, смотри. Притаился, друг. Ну-ка, погоди-ка. Вот так вот. Решу на расстоянии все это взять. Потому что мне почему-то показалось, что там сидит этот жук. Ну, ё-моё. О! И все, что ли? Хотя нет, смотри, показывает сюда идти. Не понял. Какая-то загадка, что ли? Ну, наверное, какая-то загадка. Потому что лямбда указывает мне, типа, по направлению, куда идти. А что-то она не хочет мне здесь никуда показывать. Эти у меня никак не вращаются. Нет. А как тогда? Ну, вряд ли надо сюда стрелять и что-то кидать. Хотя там граната как бы лежит. Вот. Не, ну я могу, конечно, все равно граната есть туда запустить. Типа взорвется какой-то взрыв или что, не знаю. Ну, давай посмотрим. Ну это глупо, да. Блин, тогда погоди. А, да нет. А куда идти? Что-то понять пока не могу. Куда у нас тут игра путает? Эти друзья ничего мне не рассказывают. Может быть туда куда-то все-таки? Не зря же мне вот этот вот какой-то ящик. То ли с динамитом, то ли с чем он. Серьезно? Фига там какой звук был. Прямо чувствую какую-то засаду, слушай. Так, стопеха. 67, кстати, интересно. Что за такое число? Аккуратно там. Ну давай, выходи, выходи кто-нибудь. Я же чувствую, что я тут не один. Огонек, смотри, появляется. Что-то прям так тихо как-то. Подозрительно. Опа! Какая собака! Ой! Где ты? Вот четкий гад. Сюда иди. Урод. Застал меня врасплох. То есть смотри, он мне типа усложнил жизнь такой, да? А я что, не могу так допрыгнуть? Да нет, могу. Ой. Вот этих друзей мне всегда нравится убивать. Очищать мир от скверны. Так, здравствуйте. Кто-то где-то бежал, я слышал. Бегают, бегают сверху где-то. Ага. Какой-то панкиллер мне напоминает это. Но он сам виноват. Вообще все, смотри. Опа. Едет сюда тачанка. Хе-хе-хе. Я тоже так могу. Чувак, смотри, он прямо этот штырь красным накален. То есть он прямо какими-то градусами там находится. Кто там, где? О-хо-хо-хо-хо!
Нормально так вылетел. Еще один будет бежать, дурачок. Так, а я надеюсь, как-то смогу ее обратно запустить, нет? И зачем мне она? Я же оттуда пришел. И она будет подниматься наверх. Что-то пока не пойму. Как бы помним, мы в серии с отцом Григорием как бы один раз уже на таких штуках как-то ошиблись. Ну, допустим. И чё? А, может быть, надо что-то еще запустить? Типа теперь обратно поехал? А, теперь на подъем. Ну, сейчас по любасу кто-нибудь будет ко мне бежать сюда. Я уж не думаю, что мне дадут... Спокойно. Спокойно подниматься в свое удовольствие. Но вот что и требовалось доказать. Правда, гад он сзади появился, тем самым меня объегорил. Так, ну-ка куда? Ой-ой-ой! Вылетел. Так, ну все, приехали. Так, тихо. Главное здесь где-нибудь не упасть. Где они тут сидят? Откуда выходят? Так, ну-ка, вот здесь вот я боюсь. Не упасть бы. Давай, сохранюсь. Ой! Ты кто там? Слышь? Откуда? Ага! Где гранату швыряют? Ё-моё! Вот это команда с прибыл. Фух. Вот это команда с прибыл. Ты видел вообще? Чё они творили? Подожди. Да, я вот так вот сделаю. Потрошки надо собрать. А, по полные. Тогда давай ими играть. Так, а они все с такими, да, патронами? То есть у меня впервые, можно сказать, вот этот вот скорострельный мой закончился, офигеть. Так, ну хорошо. Этого мы пригвоздили случаем, чуть-чуть. Ну, извиняй. Так, здесь ничего, да? Ну, хорошо. Опасные вот эти вот лазанья, вот эти по непонятным субстанциям. Мне это никогда, как вы знаете, не нравится особо. То есть здесь просто по таким тонким надо идти материям, что просто как бы, ну, страшно, и ошибка очень сильно чревата. Я бегу. Ага. Отошел оттуда, слышь? Смотри, он успел заказать обратно, хотя я думаю, это по скрипту он успел. То есть невозможно было обратно никак это сделать. То есть он в любом случае успел это все нажать, гад. Кто где? До свидания. Сейчас мне, смотри, опять что-нибудь обрушат. Ну, по любасу. Так, это что мне? О, это надо прям типа успеть, да? Серьезно? То. Да погоди ты, я хочу сюда залезть. Серьезно? Невозможно? Блин. А что делать-то тогда? Это мне надо было успевать как-то туда пролезть? Серьезно? А я, получается, просрал сюда? Блин. Это мне надо вниз опять включать, что ли, все это? Ну, блин. Хотя не, погоди. Кто, где? Да попади ты в него. Фух, на каждом этаже так плотно встречают, но в принципе, я как-то мало здоровья потерял. Я думал, что будет намного печальнее все. Давай собирать потрошки. Здоровье и все вот это вот. Прикольно, перезарядка, мне она нравится здесь. А, ну все, тогда тут сверху просто мы спрыгнем, да? Да. Фух, давай проверим на наличие секретов.
Ну, конечно. Хе-хе-хе. Секреты это нам хоть куда. Так. Кто где? Кто-то меня следит, что ли, за мной? Ой-ой-ой. Понято. Пошел отсюда. Вот это возьму. Она как-то помощнее сейчас. Ну, ё-моё, на каждом шагу, серьезно. Кого-нибудь... Кто-нибудь желает этого жука получить? Ну, давай. Ага, кто где? Ой, блин. Доктор Фримен, вам не сказал, вы в пути. Нас рассели снайперы. Он в ангаре прижат к земле огнем. Идите, он рассчитывает на вас. Пойдем. Ведите! Ведите! А я хотел сюда уже жука этого кидать. Блин! Это же Фримен, тогда я тоже смотрю. А, снайпер! Ты моих пацанов-то не трогай. Снайпер! Ай! Ай! Сейчас гранату туда. Вот четко. Вот и все. Вот гад. Всех до моих убил, да. Ой, дурачки. Ё-моё, так тут с одними снайперами я буду сражаться. Серьезно? Так, ну давай как-то думать. Сохраниться. Где он там? Ага. Хоть. Вы из Барни старые друзья, не так ли? Может, вы поможете ему? Снайперы поставили его на крышу ангара. Он отправился набрать гранат, но я уже сомневаюсь, что у него это выйдет. Вперед, доктор Фримен! Как бы я доктор, а не вояка. Эй, так. Все, идем за Фрименом! Предыдущие ребята за мной уже ходили, я бы на вашем месте бы... Слушайте, ребята, вот тут, вот сюда, Фримен! Сюда... Да сюда иди! Безусловно, Гордон. Ну, здесь стой! Я вижу, что наверху, и вижу. Так, тихо. Блин, отстрелил мне мою защиту. Хе-хе-хе. Блин. Хоть крабы еще. Ну ту я как бы не буду за собой звать. Она иначе как бы... Ой. Да ё-моё! Я не ожидал, что столько этих мутантов тут будет. Ладно. Ты прошла там, что ли, нет? Нет, скорее всего, ее там... Задавили ее там. Да я здесь, как бы, идите сюда. Проходи. Ой. Пока что-то я не совсем понимаю, куда мне идти. Так, тут хэдкрабы везде. Видимо, воду куда-то. Ну да. Сейчас мы к этому снайперу придем, погоди. Сейчас мы тут все обследуем с тобой. На помощь! Помогите! Давай. Думали, тут будет безопасней. Я не подозреваю, сколько их тут. Остальные ушли вверх по лестнице. Испытать удачу со снайперами. Думаю, они еще там. Сейчас мы там со всеми разберемся. Кто это? Да блин, кто где? Фига их тут повылазил. Накормил его пулями. Так, хэдкрабов вроде нету. Так, ты живой? Да, живой вроде. О! Я аж кирпич чуть не наложил. Фух.
Так, тут снайпер, да, где-то? В этом здании сидит. Или нет? Это я срез открыл. То есть я тут и был. Ну-ну-ну. Понято. Так, ну и где ваш снайпер хваленый? Так, это зомбари. Они нам... Ой, сколько вас тут, друзья. А, так он их отстреливает, серьезно. Давай. Ну давай, друг. Смотри-ка, четко лупит. Или они типа были моим прикрытием, да, надо было... Ой. Ну, в принципе, можно взять вот эту штуку. И вот так вот идти. Ага. До свидания. Так, тихо. Да, блин, куда ты? Встань! Ты офигел, что ли? Да, ё-моё! Грёбаный ящик. Ну, я понял тебя. Эй, друг, а я тут. Опа. Опа, хе-хе-хе. Ладно. Сюда! Куда? Погодите там, пацаны. Сюда! Да бегу, я бегу. Так, а это кто такой летает жуком? А, вон еще снайпер. Серьезно? Ой! Так, гранаты, говоришь, да? Ну я понял, где они там? Ой! Не попал. Ворона, ты в курсе, что ты в пол летишь? Да, блин. Да ё-моё! Да ш... Внимание, крови обнаружено ОВИ. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Есть! До свидули. Одного нейтрализовали с тобой. Так, сохранимся давай. У меня одна граната. И нужно ею как-то попасть. Сними этих снайперов! Есть, попал! Хорошо, спасибо. А теперь валим отсюда. Как-то он проглотил слова. Кстати, там вот можно было ящик взять, еще гранаты. А мы туда вроде и идем. Кстати, пушка у тебя такая же, как у меня. Красавчик. Ай! Все, взобр. А, теперь сюда. Так, ну и где там мой отряд? А все, отряда больше нету. Ну зато жизнь мы сохранил. Давай к воротам. Членство в отряде ГО все еще дает мне кое-какие права. Нифига, какой ты. Какой ты козырный. На меня преследует. Кто его преследует? Какое мяуканье? И чё? Идем? Сейчас вот опять все крутые патроны на каких-нибудь хэдкрабов потратим. Мозгососы, ну понятно. До свидули. Сейчас мы всех дробью. О, знакомый голос. Так, кто-то летит где-то. О, нет. Я, кстати, понял, что теперь, когда надо, когда ты бьешь вот этой, как ее, с базуки, надо красным вести направление. И тогда все будет хорошо. Кто? Где? Где этот пулемет? Ой, сколько пацанов-то прилетело. А, тут еще дрон стоит. Я вот не знаю, как их... Я просто их в угол вставлю и все. На этих, видимо, тратиться не надо, все понято. Ты
впереди находится старое здание, то ли банка, то ли музея. Так или иначе, теперь это Nexus надзора Сити-17. На крыше находится огромное устройство подавления. Радиус его действия охватывает все окрестности. Так, радиус подавления, находится огромное устройство, понято. Так, нам наверх или сюда? Да куда ты? А, нет. Извини, Фрэнк. Так, что ты извиняешься? Все, все полетели. Так-то в этом сопротивлении тоже народу хватает. Ё-моё. Фига себе там. Ага, вот и пришли. Нексус надзора. Похоже, они мобилизуются. Началось. Отсюда видно ворота. Я покажу, когда спустимся вниз. Нужно попасть в то здание, чтобы открыть ворота. Устройство подавления будет подавлять всех проходящих. Пока его не отключишь. Идем. Я хотел уделить внимание... А что скрывается за словом подавлять? Да, я говорю с вами. Так, он там что-то говорит, блин. Человек науки, который мог бы направить сомневающихся и боящихся к истине. Да. И почел для себя путь невежества и разрушения. Не заблуждайтесь, доктор Фримен. Вы начали не научную революцию, а путь к неизбежной гибели. Ну, смотри-ка, научные дебаты пошли. Человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят вас. Теперь, боюсь, они начали смотреть с подозрением даже на меня. Вот плата за службу представителю всего человечества. Вот так вот. Помогите мне вернуть их доверие, доктор Фримен. Сдавайтесь, пока не поздно. Ну, я понял, он типа... Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Понятно. Он типа, короче, на... Меня спалили, да? То есть надо было тайком идти? Ну, понятно. Он, короче, наместник, ну, как мне и говорили. Его так поставили, то есть его-то тоже как бы... Ну, короче, он тоже пешка, шестерка, просто с более большими полномочиями. Вот и все. Так, в кого? Ой. Ты серьезно, живой, что ли? До сих пор... Во. Все. Понято. Я думаю, его можно уничтожить. Вон те ворота. Их надо открыть и вернуться сюда. Если получится их открыть. Сперва надо попасть в здание Нексуса. Я бы хотел уделить внимание лично вам. Ну все, погнали. Уай. Так, сюда? Не сюда. Короче, нас бомбами обстреливают, понятно. Пацаны, я все здоровье забрал, ну извиняйте. Ты даже не поцарапаешь эту дрянь, Гордон. Нужно отключить ее изнутри. Так, говори мне, куда идти-то. Так, путь мне обрезать. Эй, с дороги! А вот так вот. Блин, он мне попадает каждый раз. Все, я понял. Так, все, здесь мы в безопасности с тобой. Как и в начале игры, нам этот Фримен что-то говорил. Теперь и здесь он что-то там рассказывает. Так, у меня у нас отряд из 4 человек, все сохранено, погнали. Давай, наверное, вот это возьмем. Вперед, так, вперед! Ой, прям в кочерышку-то хорошо как. Сюда, сюда, сюда! Ну, а у меня отряда больше нету. Беги сюда, дурачок. Дам тебе значок. Так, теперь в ту дверь. Понято. Смотри, опа. Фига он так... Заключенные, выпусти их, Гордон. Они могут нам помочь. А что, ты сам-то не можешь их выпустить никак? Ну да, там, смотри, медик. Погоди, сейчас мы всех выпустим. Сейчас мы только это... Вот и все, сломика, все замки снимаются. Доктор Фримен, я пойду с вами. Но со мной опасно идти, предупреждаю. А где наша подружайка? Мимо. Ух ты, нифига себе, пушку взяла, молодец. Тихо.
Я пока не вижу, куда мне бежать. Все. Куда-то сюда. Я бы хотел уделить внимание лично вам. О, пацаны, здорово! Где тут еще кто? Все? Красавцы! Где кто? Открывай! И разрушение. И сюда? Заблуждаетесь, доктор Фримен. Вы начали не научную революцию. Ну, видимо, да. Не на... Ой. Ага, понял. Вот они, дурачки такие, эти вот элементы питания ставят прямо вот... где моя грабипушка? Мне, чтобы куда-то кабель защитить... Я ж могу, в принципе, и пули его выбить. Ну, так, если что. Все, мы в здании... Надеюсь, Барни не погибнет. Так, здравствуйте. Подожди. Так, мы все ходы-выходы смотрим. Фига тут два медика. На вот, подлечись. Спасибо. А, это не мне. Гранат что-то на это подойдет. Насовывают очень много. Извините, док, а? Ну, ребята, ну что? Погоди. Вот просто смотри, вот так делаем. Ну отойди, ты чё, дурак? Серьезно, что ли? О, пулеметы. Ты в костюме, ты с ними разбирайся. А я к панели безопасности. Ну ты такой деловой вообще. Серьезно? Погоди. Шарни туда гранату. Должно сработать. А то есть тебя это не касается, да? Куда гранату-то швырять? Серьезно? Простите. А куда швырять-то? Подожди. Он говорит, пулеметы. А, вон куда. Блин, погоди. Да вот, я на эту хотел. Да ты серьезно, что ли? Что-то я не то делаю, слушай. Швырни туда гранату. Да я швыряю, а что? А, ну, видимо, когда смотри, вот эти заденешь лучи, откроется дверь. Во, понял. Ложись! Я швыряю туда. Блин. Давай, открывайся, друг. Да отойди ты куда? Во. Я открою. Давай, открывай. Короче, пока понял, столько попыток, и гранат отошло. Фух. Ну, здравствуйте. Большая локация, видимо, сейчас будет много. Много. Ну, конечно. Черт, десант. Но... Они появятся с крыши. А-а. Чтобы пробраться через защитные поля, нужно вырубать генераторы по одному. А ты их видишь, нет? Я вот их вообще не вижу. А есть вариант перебить весь десант спокойно? Альянс, где? До свидули. Ага, понял. Я понял, надо гранату сюда кидать. Блин, все это сложно. Да жри ты там. Ох ты! Сколько их тут? Есть. Скопытился один. До свидули. Опасно, опасно. Опасно, идем под пули, поставляемся. Потому что темно, ничего не видно, я оттуда знал. Так, тут ничего. Возьми аптечку. Давай. Барни, давай, красава. А, эти ловушки сраные. Сейчас же еще тут и мужики где-нибудь прячутся, да? Эй, выпустите нас! Так, ну мы типа с выпустим обязательно. Ты сам справишься или мне? Эй, это же Фримен, давайте-ка за ним. Вот я бы вообще бы за Фрименом сейчас не бегал. Не бегите
Ну, спасибо. А им как бы пофигу, да? Не идите на свет. Ой, ну это была жесть. Подожди. Мне надо как-то это все сделать, так это, ну, по-научному, погоди. Давай, выпускай. Выпускай. А я подумаю, как вот здесь вот сделать. Есть. Да отойди ты, выпусти. Вот, держи аптечку. Вот гады, вот из-за них я и погибну здесь. Куда ты спрятался? Есть. Молодец. Вот, блин, из-за них. Из-за подставы вот таких. Возьми аптечку. Давай сюда, молодец. С одной стороны помогают, а с другой стороны сами же меня и подставляют. Кто где? Так, там. Ой, сколько тут ходов, выходов, ребята. Да отойдите, мне надо все разведать. Чё? Опа, лямбда. Такого значка мы еще не видели. Так, ну вот эту штуку надо... Включить регенератор. Можно начать и с этого. Ну давай. Эй, у тебя же есть гравипушка и лая. Долбани-ка по этим щитам. Может, они вырубятся? Ага. Еще. На крыше засел надзор. Нам как раз туда и надо. Хорошо, осталось два генератора. Так, один вышибли, да? Так, и где эти... Я слышу, они бегут. Толпа бежит просто неимоверно. Так, тут получается... Сюда и сюда, да, мне получается надо? Тихо. Где они? Просто не хочется их как бы сзади оставлять. Там, смотри, там опять вот эти вот, как они, пушки, херушки, все вот это вот. Давай тогда мы пойдем сюда. Вот сюда пойдем. Хорошо. Ну, здравствуйте. Ага, бегу. А, это мои бегу. Ой, блин, друг. Альянс! Где? Обнаружено. Ой. Возьми аптечку. Спасибо. Да погодите вы тут. Смотрю, сколько аптечек, сколько гранат, сколько всего вообще. По вырику. Собирай все, что упало. Пригодится. До свидули. Так, здесь что такое? Замуровали? Да ничего. Да спокойно, спокойно, ребята, не паникуем. Дырки контролируем и все. Контролируем дырки и все. Ага, сейчас же. Сюда иди. Я думаю, их можно вышибить. Какой-нибудь гранатой или еще чем-нибудь. Вот карусель тут у них. Так, и что мне? Видимо, надо как-то надо вышибать, короче. Давай, я буду вышибать. Только сами не подставляйтесь. Опа. А, так они сами нас спасут. Каких прыгунов? А, вот этих вот. Гордон, расставь ловушки. Да отойди ты. Где я тут? Новичок. Что-то эти ловушки себя не оправдали. Так, и там тоже варят. Да. Все, до свидули. Возьми аптечку. Фух, аж лагает, блин. Так, а здесь кто будет вылазить? Опа, тихо.
Да блин, да, пустите меня, ну дураки что ли? Вы идиоты! Дай лечи меня! Стоят, блин, меня, блин, заблокировали, гады! Хотя мне туда, наверное, и не надо идти. Офигеть, блин. Хотя не надо. Надо. Отойдите, придурочные. Возьми аптечку. Возьми аптечку. Да куда ты кидаешь-то? Все, готово. Фух. Так, нашли еще один. Я так и не знаю, как они... А, вот. Возьми аптечку. Фух. Остался последний. Да, где бы его нам с тобой отыскать? А, это противоположной стороне было. Понято. Ой, мне кажется, один бы я бы тут проще все это сделал, чем с этой командой. Как команда такая себе. Так. Это нам в ту идти сторону, помню. Давай сохранюсь, погнали. Так, вот тут будет снова. Есть. Четко попал. Ага. Все, взял. Так. Куда? Все, сюда. Ой. Тихо, подожди. Блин, сколько их тут. Еще какие-то красные появились. Там явно есть что-то интересненькое. Да? Давай, я жду здесь, пока ты его не отключишь. Будь осторожен. Прикольно у него тактика. Я жду здесь, пока ты его не отключишь. Я бы тоже так хотел. Слушайте, идите там, пока не отключите, и вообще всю игру не пройдите, а я вас подожду здесь. Так. Что за ловушки? Я с такими не сталкиваюсь. Вот это что ли? Лечу. Картина, кстати, новая. Цветы. Так, давай сохранюсь, потому что я не знаю, что мне ожидать. А-а-а. Нифига себе там защита какая. То есть смотри, вылазят вот эти вот дроны. И меня, конечно, уничтожают. А как от них спрятаться? Подожди. Или тут их вообще нельзя касаться, да? И тут как бы вот так вот надо сделано. Да тихо. Так, смотри. Прям как в каких-то фильмах, знаешь, в которых там крутой какой-нибудь этот. Тихо, спокойно мне. Спокуха. Банк грабим с тобой. А, то есть вот это вот все пофигу, да? То, что я делаю. Хорошо. И вот это тоже пофигу, да? Ну, подумаешь, в комнате что-то взрывается. Кто-то ходит. Так, секретов здесь каких-нибудь тоже, наверное, есть. Хотя, может быть, и нет. Так, здесь что у нас? Так, мне получается, что надо пройти-то как? Угу. То есть мне надо... Вон, кстати, хорошая, ну-ка. Полная. Это граната, да, получается? А, вон, получается, кнопка, где все это отключается, да? Так, и как мне тут это сделать? Запрыгнуть, скорее всего. Хорошо. По этой трубе, наверное, надо как-то отпрыгаться. Но я пока не пойму, как. Подожди. Может быть, здесь где-то отпрыгать надо было? Тихо. Ой. Я испугался, это, оказывается, наши стоят. Ой. Может, что-то как-то нажать, нет? Вот так, по идее, бы на кнопку бы раз бы и нажал бы. Здесь я нигде пройти не могу. Вариант был бы пробежать просто. Я так понимаю, меня убьют. Здесь ничего, как бы, подвинуть я не могу. Хм. Ой. Ага. Ну, запрыгивай давай, друг. Так, это я сижу или стою? Что я делаю? Нет, вот я сижу. Это я, получается, из позиции стоя запрыгивал. Блин, и разбежаться он не может.
как делать-то? И здесь тоже не могу никак пройти. Может быть, с этой стороны что-нибудь там открывается? Нет. Так, надо сохраниться. Подожди. Ну, глупо, наверное, просто... Хотя, может быть, смотри, как-то вот так вот перепрыгнуть. Но это тоже глупо, я думаю. Прямо вот думаю, глупо-глупо. Просто уничтожили, вообще ничего от меня не оставив. Так, а как тогда? Может, какой-то... Так, здесь это не работает. Но я думаю, на вот эту трубу как-то надо забраться. Мне какой-то ящик или что нужно. Может, я какой-то ящик упустил, который можно было двигать. И с ним надо как-то пройти. Ну, как вариант. Но опять же, здесь никакого ящика нету. Я понял, если я затяну, я труп. Здесь я тоже никак не перепрыгну. Хм. И что мне делать? Это не... не... Ух ты, там еще какая-то, смотри, картина интересная. Хм. Так, здесь я по трубе не смогу никак. И что делать? Как мне запрыгивать-то на эту трубку-то? Ничего взять я не могу. А, может быть, щиты эти притянуть, нет? Нет. Этот тоже не тянется. Этот не тянется. Ну, какую-то фигню тут понаставил. Тут же вот можно переползти вот легко. Халфа, ты же все умеешь делать. Ну, тут я просто не пойму, правда, как... Ну вот он может сюда запрыгнуть, да? И что мне это дает? А ничего. Вот здесь я могу типа походить. Серьезно, это так делается? Ё-моё. Ты прикинь? Как оказывается, у них в системе-то какие ошибки-то, бреши. Вот и все. Хе-хе-хе. Сохранится. Сейчас, наверное, толпа прибежит. Хотя, по идее, они не в курсе, что мы их систему обошли и размотали. Прикольно. Хм. Бюсты пошли. Правда, они не подписаны, вот это жалко. Так бы можно было посмотреть, что это, кто это. Так, и вот третья система. Ну все. Одни трупы. Заодно выключится устройство подавления на крыше. А теперь на крышу, Гордон. На крышу, так на крышу. Так, на крышу, да? А как на крышу залезть? О! Готово. Фух. Боезапас исчерпан. Четко. Фух. Так, а где на крышу идти? Это выход. Exit. О! Здесь выход на крышу. Ну, спасибо, что... Спасибо за выход на крышу, да? Но нам он уже не помог. Получи там! Второй раз получилось хуже намного. Да ты там, чё там? Вот, держи аптечку. Заныкался и заныкался там. Давай. Ну. 3 часа их мочили с тобой. Фух. На, вот, подключи. А теперь на крышу, Гордон. Подожди ты своей крышей. За мной. Погоди ты, дай мне подзарядиться.
выкачал. Осторожно! Пошли! Вы дурачки, что ли, или что вы делаете-то? Ой. Да блин, а. А вот и наши ворота. Сейчас откроем. А, ты про эти говоришь? Давай. Сейчас там ждут нас. Я стану здесь и попридержу эти ворота, сколько потребуется. Ну, типа иди ты... Иди наверх и наведи мост. Нужно, чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Типа он останется здесь и если будет... Если появятся новые люди, я отправлю их к тебе. Хорошо. Увидимся позже, Гордон. Давай. Так вот, профессионально слился называется. Кто там? А, это опять этот... Класса так на лестницах сражаться, капец. Хм, прикольно, так идешь и расстреливаешь. Так, там сейчас надо будет сбивать кого-то, да, я так подозреваю. Ну, 100%. Ой! Тихо! Надо вперед идти. Ну идем. Блин. Все, я готов. Реабилитироваться за все остальные эти. Ай, увел. Ну-ка иди сюда, не подвисай. Где ты там? Ага, вижу. Есть! Есть! Давай, молодец! Какой-то крепкий! Ай, сбил! Есть! Красава! Реабилитировались. А туда этого я кое-как их сбивал. Потому что не бил красной точкой. Я думал, выпустил и все. А оно вон как оказалось все. Все, подзаряжаемся. Сохраняемся. Так, теперь надо понять, куда нам идти, а то я в этой, в катавасии потерял всю свою команду. Еще улетит, что ли? Так, а куда идти? Ой, там краб этот ходит. Какой-то огромный. Ладно. Серьезно, еще один. Так, а здесь как пройти? Так, подожди. Куда спрыгивать? Сюда, что ли, запрыгивать? Да, блин. А, нет, видимо, не так. Пока не вижу, куда идти. Что-то все стреляет. Ой! Ага, открыли ворота, открыли ворота. Молодцы. Эти похожи, короче, на войска Тау. Если знаете, это Вархаммер Тау. Инопланетная раса. Вот они на вот этих смахивают. В экзетниках своих. Фига тут что творится. А, подожди. Есть. Кто еще где? Блин, это наши. Готов. Хе-хе-хе-хе.
Куда ты? Кто где? Тихо, тихо. А вот это что такое стоит? Я думал, может быть, сесть, можно как-то поуправлять ей. Да их сколько там? Я иду. Еле пробрались с тобой. Сколько гранат. Да, сокровища вообще не говори. Так, здесь не пройти. Офигеть. Фух. Мост с тобой открыли, да? Что ж, давайте, ребята, на вот этой вот весьма жесткой ноте мы с вами и попрощаемся. Подписывайтесь, ребята, комментируйте, ставьте лайки. Мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чердак Норбу. Увидимся в следующих сериях, наверное, уже либо в финале, либо заключительной. А на сегодня все. Всем пока-пока. Будьте здоровы.